заканчивается 8-часовой перелет в Манилу. Здесь у нас целый день. Будем смотреть старый центр, гулять. Манила! Манила строится. В целом, мои стереотипные представления об Азии полностью совпадают с реальностью пока что. Жрать нечего, везде раздрай, много людей маленьких. Хочу фруктов, они дают. Сегодня великолепная погода, плюс 27, влажность 127%. Как вы видите, местные жители поражают нас своим вкусом, деликатесами вкуснейшими. На них смотришь, и даже когда не голодный, прям слюнки текут. Шикарные автомобили, действительно. Бентли, Мерседесы. Ну и любой другой символ, который они нашли на помойке. Воняет просто ужасно. Вот этот вот дарвинистский заповедник, который представляет собой Манила. Туда окунуться хотя бы на день, посмотреть, как он живет, это бесспорно опыт, который того стоит. Мы посчитали, что в пути мы уже больше 2,5 суток. И сегодняшнюю ночь мы тоже проведем только в креслах. И только завтра у нас получится наконец-то лечь куда-то в кровать, нормально поспать. После этого мы будем жить в палатках. Австралия! Будет к концу перелет в Окленд. Мы побывали утром в Австралии, и сейчас уже в Новой Зеландии. Новая Зеландия! Мы долетели. Я понимаю, почему билеты так дорого стоят. Очень. Пост сдал. Принимайте. Окленд крутой. Красиво все, таксисты классные, рассказывают интересные истории.